Что вы талисманом рейда были, да? Сейчас ханты. Я срочно отойду на 2 минутки. Угу. Ну, дают, дают и больше дают. И без шема могут двадцатку дать. Ну, я в палах слабо разбираюсь, вот именно как что у них очень слабо разбираюсь в механике, как апнуть им прям ДПС. Не понимаю. Надо с кем-то говорить, кто прям съел собаку на этом. Давно уже про ДД особо не интересовался. На каких палах растяжённые еще тоже? Сейчас грипну бабу, повелительницу льда, ее надо зергнуть быстро. А, прикольно. Там если будет перерыв какой. А вон БЦ арестнули нормально. Побонцаю каску лапу без таба. Самое что интересное, я-то его не резал. Ну я вижу коды, но я не нажимал возрождение. Багнулось Магия, что-то. блядь. Я знаю ответ. Есть. Я знаю ответ на этот вопрос. У тебя какой аддон? Буду. Ну вот. Там, наверное, на какую-то кнопку назначено заклинание возрождения. Какое-нибудь сочетание Shift, Ctrl или Alt. Ты что-то нажал, сам того не заметил и дал БР. Возможно, такое. Сложно. Посмотри, открой заклинание Вуду. Ну сейчас бой, конечно. Ух, и на Вальке все равно это удар. Да, так-то нужно. поебать, конечно. Валька такая проходная. Валитре, точнее. Угу. Ну в Гере первый раз пришли на нее на этом сервере и вайпнулись, блядь. Как бомжи, Блять, блядь. Гер. Это обычка. Вот это. Зергати, которые грипнули. Она будет потом его ешить. Че этот пидор там стал? Он замороженный или чё, блядь? Воительница там, блядь. Станы в вихре можно давать там. Буриба, спекнешься, полетаешься, и, наверное, побыстрее будет. Ему не скучно там будет портал. Сейчас добьем только. Когда мобы эти недобитые, не поднимайтесь туда, квальки. Че у нее с агро, блять? История догоняет. Мать истерия. Я вы это разъебываете. Ну, послабее стал. Как будто, знаешь, как будто на циркуль вернулся. Агра меньше у ДК стало. Заметно. Прям раньше я вообще хуй ложил. Сейчас что-то вы набираете мощно.
Или может вы какие-то сильные стали, хуй знает. Я в ТТГ десятки сегодня срывал КДК, хуй знает. Да, да. Ну, по идее, не должны срывать. Я тоже думал, что не должны. Я, конечно, усиления рунического не давал на эту вальку ебаную. Стойте, не поднимайтесь сейчас. А что это в смысле? Не поднимайтесь, стойте, сагрится босс, блядь, мы все выпанемся. Сейчас добьют его. Мы в хару вчера ходили, ГДК же танчил, да, копыта? Ну да. А чё? Нерфили их, ребят. Ну ничего, мы стопали. Стабильно. На форум надо идти писать, что они их перенерфили, вчера били без роги. А чё писать-то в плане? Ну то, что, блядь, ДКшники перестали вообще агро держать. Не, ну я держу, понимаешь, я держу, у меня проблем нет. Просто, когда юзаешь вот это усиление рунического, оно нормально, пуловое агро, а потом, как бы, ну, догнать и перегнать ни у кого не получится. Не, ну если бы истории с топой не было, я думаю, да, может быть, было по-другому картина. Я слева, ты справа. Это тоже хороший. Бурибаю иннеры закиньте, побыстрее лестницы. Сейчас, наверное, вен звездочку поставлю, на бурибаю кружок. Через кого там хилите? Через лок или краба нету? Через лок. Через лок, наверное. Через кого? Какого? Через меня, у меня щиты обычно на увеличение. Киньте иннеры бурибаю, блядь, друиды, которые в Дисе есть. Алло. И сядь и жри какую-нибудь, на, короче, еду, блядь. Рез ему, ну. С пула тоже надо хилить. Не хилить. Чё там, друид инвалид, у тебя лагает? Да как... нет, нормально все. Кинь иннер, друид инвалид, поэтому побребаю. Эй, я сейчас он уже отрегенит. Эй, я готов? Всё, похуй, пошли, короче. Подойдет. Пошли и башим. Так, Кавилаша, это твой справа. Подавители сначала бьем. Вы должны мне помочь. Мои силы. Если что, я уже стою. Чего? Ну, лоб стоит уже, если через него решили. А какой лоб кому дать? Или они знают, уже хилят честь. И вместе стоит щитом демона. Около валитра. Квадрат. Да. Квадрат на него поставил, а то они там потерялись. Через него хилить. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герои. Шун там, сука, застрял или чё, блядь? Давление справа. И слева тоже. Подавитель слева никто не бьет. Вы положили просто. РДДшники. Вот тут должны... Где квадрат стоит, вот тут должны стоять и разъебывать подавитель. Он слева. Живой до сих пор. Они просто снижают количество исцеления по вальке. Поэтому их надо бить. Если они будут не убиты, будем, блядь, до завтра хилить. Подавление бейте. Спасение,
найдете спасение, герои. Жирный, наверное, вена прям бежит. Осторожно. Suppressors spawned. Так, 48 и что-то там. Что-то у него, блядь, быстрее они спадут. 49, 50, 51, 52. Захилят. Не заходи, нам уже... У Эновена еще 75, все захилят. А, нормально. Просто у Бурьба что-то не быстрее спали, чем у Эновена. То ли он в конце там что-то не словил. Будет что-нибудь не на танка? Согласен. Внизу шкаф поставьте. Так, эта хуйня на распыл. Шлем метели, блять. Узы хладного духа надо кому-то. Топ ДДшний пояс. Крит РП. Я понял, никому не надо, да? Точно? На стресс. Где, на ПВП или куда-то? Ну, тогда так. Раз такое уже есть. На танка кому надо. Так, синт. Эйя. На халяву? Синтек 50% жмет. Точно 50%? Да, просто там я пояса, они вроде бы в теории есть, а по факту их нет. Синтек точно 50% забираешь? Блять, я полгода запустил. Да эйя, блять. Суните войда там, если шкаф, если успеете. Я бегу, короче. Шкаф-то есть, но... Короче, не сдохните на трэше, нахуй. Вот Бурибай уже сдох. Не бейте мобов, блять. Дайте танку лужи и на урона брать. Просто не уешьте. Два на пулы и гнев тебе, когда мобы приближаются. А ты как или это наверное? Бурибай уже сдох. Сдал. Жмите на... Танку подойди. Да, уже забей хуй, я сейчас спущусь сам на лифте. Бейте мобов там в центре. Сейчас справа-слева мобы пойдут. Или еще не пошли. Уже бегу. Все, я слева, ты справа. Да вы хоть на пол в танка сделайте, у нас проблема. Вы на друг друга кидаете. Первый на пол идет танка. Это же второй был. Вот сейчас есть, мобы выйдут, 6 мобов. Голоска, да. 6 мобов выйдут, надо будет на пуле. Убегайте вперед вон. Я метку обычно ставлю, вон туда вставайте. Да, эти не считаются, да, как души. Не те нет. Они уже выходят. Сейчас выйдут вон пидоры эти. Мы их в центре собираем. Пулов Е даем. А чё тут пидор там стоит? Грипните его, что? Твинг Ханда растет на целка, будут на пула на стоп танк. Распили потом, да? Угу. Все, возвращайтесь в центр. Последние жуки большие сейчас будут, и все. Идите в центр из звезды обратно. Сюда к нам. Друид, подбегай сюда, чтобы тебя мобы там не грызли. Сейчас после мелких большие пойдут.
И титикака 67. Где-то ретрики дамажит. Бать, опустил ретриков, блин. Сейчас, сейчас еще пачка мелких. Пак. Пачка мелких последняя. Не бегите туда, там. Гайд, блять. Подальше немножко станете. Ебать, фул ДПС. Ебать, лаги нахуй, я хуею. А, это не у меня одного, я думал, это у меня просто не справляется. Вот, это же лаги. Братан, конечно. 30-60 лагает, нахуй. Дарит 60 мобов, блять, и всякая хуйня. Представляю, какие там лаги. А мобов всего, по-моему, 15, что ли? Ой, блять, 30. Блин, я пошел на регорно, хотел посмотреть параллельный еще видосик. Я не получил. Сгорел. А, здесь было мобов 28 по 14 пачки. Ну, в общем... Это сильно напрягает, вот эта хуйня, там какие-то пакеты, блядь, не вывозит сервак. Да, просто ядро не вывозит, я тебе так даже скажу. Да. Ядро говно, и они переписывать не собираются. Удачи серву. Ну, вообще раньше попадали народ вот на этих, когда уехали. Я прям взгрустнул, блядь. Да, не лагало. Тут навороченный сервер, нахуй. Как бы поэтому... Основной хуйни всякой много, просто лишний. Да, и лишний, и нужный тоже. И да. Нагрузка серьезная, да. Так, ну что, по скиллу незыбку надо дать, да? Так. Два коста, три коста. После какого коста, интересно, дыхание даст? После четвертого, да? Ладно, давай дам. А, у меня КДС, сука, не зыбка, прикинь. Пятый каст. Водный взрыв, дыхание. После шестого, походу, коста. Но Зулзин один хуй сдох. Обычно. С лестницы отбегайте туда. Только не в комнату, а здесь, возле колонны буду держать. Кстати, когда фиряет, там от него есть смысл отворачиваться вообще, нет? От кого? Он просто фиряет, как вар, типа, отворачивается, хоть отвернись, хоть нет. Все равно зафиряет. Только за столб забегать. Ну, рейнджу можно взять. Можно рейнджу, можно за столб, да. Можно антифир нажать. Ну как бы, блядь, 600 агро у бага, вот 450, 480, 510, нахуй. Набор хороший у мага. Да, крита дохуя, фростов. Собираемся в кучку. Хилимся. Тотемы петов убираем. Я понял, блядь. Убирайте там тотемы петов назад отойдите немножко, с кого-то разъебет, резайтесь, запроты пьем. Так,
Мать параши понавыпадала, блядь. Войд, ты сапроту дашь? А, кидайте обмен войду. У кого нет сапрота. Поставил звездочку. Так, сейчас рыбу еще поставлю на лестницу. Ешьте. Че, никому больше не надо саппорт? Так, друид. Баф это проверять, сейчас я пару меток поставлю и все. Так, айная вена. Так, и фрош мод. Я где-то создавал комплект, сука. Ладно, сейчас создам. Повторять нам это, что делать, или все помните всю эту хуйню? Молчание, знак согласия. Значит, это самое, сдохнуть вы можете тут от трех вещей. Первая притяжка. Вот. Второе, это когда 5 человек ставят глыбы внизу, у них синие такие галочки над головой будут. Прячетесь за глыбами. Глыбы до 20% подбиваете. Когда босс садится, уже глыбы надо, чтобы разбиты были. Ну, разбить за секунду. Вот. От бомбы прячетесь. Если непонятно, как прятаться, смотрим на людей, как они прячутся. Дальше. И третье, от чего можете сдохнуть, это настакивание обморожения и вот этой таинственной, как оно называется, блять, освобожденной магии, блять, не стакайте дохуя. На второй фазе вообще старайтесь не стакать на последней. И все глыбы на второй фазе будут звездочку, когда в сторону скажу. И самое главное правило, за каждой глыбой, которая звезду несет, звезду за каждой глыбой, не через одну, вы скидываете стаки таинственной энергии. Нужно стоять на прямой линии центр босса, глыба, и вы на одной прямой линии. Если вы хоть одну глыбу пропустите, то следующий склеп, если прилетит на вас, вы получите не 15 тысяч, а 30 тысяч урона и сдохнете, и мы вайпнемся все. Там как танки меня знают, хилы вроде хилили. Вот. Ну давай по ССам. СС есть у всех локов? Давайте. Значит, Химиса по друиду инвалиду, Притон по синтеку, Вихторка по рависту и Рилли с кастуй СС. Дайна не люблю. На хули приста. Если в духа превратиться, то после духа СС заюзается. Заюзается. Все, чек на пол. Сейчас. Вилаш, у тебя клыка нету. Сейчас клык, наверное, выпадет. Все готовы, иду запускать. А, и самое главное, если кто забыл, глыбы, которые синие метки над головой, раньше от них 12 метров, чтобы не заморозиться. Вот если не уверены, то примерно как звездочка и кружок расположены на таком рейндже друг от друга. Чтобы лишний склеп не заморозился. Это очень важно. Если будете лишние склепы делать, мы, блядь, выпадемся. Ты их историю сейчас как-то скинул, ваниш нажал, да? Или что? Что-то сделал? На пол дал. А, на пол. Притяжка, отбегаем. Там мог сорвать, конечно.
Ай, ёбаный рот, нахуй. Друид. Ладно, сейчас после склепов. Друид будешь резать, ай, наверное. Синтек ровист, аровист притону. Метки ставим. Прячемся прямо возле центральной. Прям в ней. Ровист СС есть. Хорошо, ровист СС станет. Тогда ровист, тогда синтек не резай. Это две глыбы было. По глыбам бейте, алло, вам напомнить, что их надо бить, там люди задохнутся, если еще, блядь. Слева небитая фуловая стоит, в центре фуловая, четвертая глыба падает. Прием, работаем, блядь. Алло, блядь, это не РБК вам. Фул ДПС по этому. Ровист, притона резай, друид инвалид, ай на вена. Быстрее резаем. Быстрее, 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 ДПСить надо. Друид по ай на вену инр. Ну и там это и отрезаешь, как называется, клятвой. А чё с притоном, блядь? Ровист, резай притона. Ровисту напишите, он там не в дисе или чё? Притона резай. Притяжка готовим сейчас. После притяжки резнешь. Напишите ему кто-то там, мне не могу сейчас по им написывать. Он БР вроде был. Все, притон вставай. Притон захильте. Каску вместо баф обновляем. Не дохните на притяжке по 3 человека. Это полная залупа. Кот нахуй. Залагал, наверное. Кот вроде бы сел. Дай фридом буревай или титикака. Че мне фридом не даете? Угу. Все, меточки ставим друг от друга. Метка, куда? Метка! Айнаван. Метки вот эти на лестнице бейте. На лестнице зергайте метки быстрее. И прячьтесь за остальными. И тебе тоже надо дотать, если что. Давайте быстренько. Локи 7 порчи, всю хуйню включили. Вторая глыба падает. И прячемся и бьем глыбы одновременно. Третья глыба. Справа близко. Справа от звезды. Четвертая будет падать, но уже склепы добивать. УДПС по склепам. Ловые склепы у вас стоят. ДПС по склепам. Склепы, склепы, быстрее. Ой. Так, скоро притяжка будет, готовимся. Поближе стоим к боссу, чтобы отбежали все нормально. Готовимся. Отбегаем. Потом вернуться не забудь. Ладно, пускай ровист полежит. Фулл ДПС, давайте бьем. Скоро будет фаза. 2%. До взлетки 8 секунд. 7. 1%, 6, 5, 4, перевели. Первый склеп в звезду и сразу разбить. Готовимся, милики. Сейчас будете уходить. Секунду до склепа. Склеп летит. У нас стресс остался, милики остальные ушли. Сразу его разбиваем. Блять, он чуть не сдох, нахуй. Что это за хуйня? Это у тебя, наверное, брожение тыкалось. Следующая звезду и не бить. Будет притяжка. Готовимся. Черепок на фул поднять. Где? Кто там с меткой? Химиса. Звездочку. Положи. Да ебаный в рот, нахуй. Ты что? Новый. Сука, вы что, не русские, нахуй? Вот вам объясняешь, вы нахуй делаете наоборот. Бомжи, блять. Ложимся, нахуй. Я ебал эту хуйню, нахуй. Химиса, нахуй. Объясни мне, пожалуйста, блять. Сейчас я посмотрю смерти, блядь. Так, ледяная аура 5000. Ты скидывал за склепом, за первым звездой? Или не скидывал? 5000, 6000. Значит, ты не скидывал нихуя. Здоровье 20000. Ледяная аура 7000.
Ну это ты не скидывал, блядь. Ты за первый скинул, нет, Химиса, мне скажи. Потому что склеп по тебе ударил 30 тысяч, блядь. Я вам почему объяснял. Химиса, блядь, ты тут? Бьем. Равис, что у тебя, лагаешь или что? Вы где там, блядь? Меня слышно вообще, нет? Прием, ребята. Да, слышно. Да кахули вы не отвечаете, ни в ред-чат, никуда, блядь. Ну, только не к нам вопрос. Химиса? Привет. За первой глыбой скидывай, стой. ДПС, и ты успеешь. Я еще раз объясняю. За каждой глыбой все скидывают, нету исключений никаких. Разве ты если с тучкой ШП, блядь? Химису там спросите, блядь, хули он не в ДСе. Он в ДСе просто отошел, наверное. Я понял, блядь. Накосячил, вайпнулись, блядь, еще и отошел. А мы ГП перестали, да, давать за такие хуйни, типа? Слушай, скажи мне, я вот хил, как мне ему скидывать? Стоять рядом. Кому-кому? Друид. Друид? Вот смотри, прямая линия. Вот между звездой и кружком прямую линию через них проведи. Там будет за звездой центр босса. Глыба стоит в звезде. Ты находишься в кружке. Ты не замораживаешься в глыбе, ты стоишь, хотаешь спокойно. Ты скидываешь стаки. Как только туда склеп принесли, ты стаки скинул. Кого? Химиса, ты тут? Да, я теперь тут. Братан, ну какого хуя нахуй? Ну что? Я что? Встал, как эту хуйню скидывать вообще? Ты бомж, блять. Я, ну, еще да. раз объясняю, блять. Вот смотрите. Сука, если вы не понимаете эту хуйню вы должны были прочитать в тактике. В Геру написал всем тактику учить. Там, блять, тактику обычки подразумевается, что вы должны уже знать. Вот примерно в центре, центр босса, ой, в кресте, вы стоите в кружке РДД. Глыба ставится в этот, в, как он называется, в звезду. Это образует прямую линию. Если ты, как бомж, вышел вот так вот подамажить, то таинственная энергия, нахуй, которая каждые 6 секунд с босса тикает по всему рейду, если он склепом не прикрыт, она, блядь, увеличивает за один стак тебе урон входящий магический на 20%, блядь. Ты как бомж словил 5 стаков, блядь, и вместо 15 тысяч урона ты получил 30 и сдох, нахуй. Вопрос на миллион, блядь. Какого хуя? Сейчас с этого трая любая смерть на притяжке, блядь. Сейчас словите ГП за всю хуйню. Первый трай, я думаю, вы, блядь, проебланили, блядь. Где там этот, кто он? Химиса, ты где, заходишь? Да, я захожу. Ты понял про то, что я объясняю? Что да, теперь я понял. ДПС не какие-то, блядь. В Гере то же самое абсолютно. Если ты хоть одну глыбу пропустишь, ты вайпанешься там. Почему я в обычке вас заставляю так делать? Потому что в Гере абсолютно то же самое. Если кто-то хочет вдаться в подробности, блядь, открываем видео, как я за сову в этой вечерней гильдии убивал Синдру. Там Синдра лич убит, если кому-то интересно. Все это. И если не будете слушать эту хуйню, будете как то, что хотите делать, мы будем вайпаться из-за вас. Вот. Конкретно я объяснил, за чего мы сейчас вайпанулись. Так, рыбу поели. Чек на пол. Вы это знаете, из РТ в РТ повторяю эту хуйню. Что там, рыба? Блять, вроде ставил же. Ладно, еще. В дымке. Стоит в дымке. Починитесь там, чтоб, если вас резнули, там красными не были. И до СС-ов сколько, Локи? 4 минуты. Ну как от КДшица в бою там дадите, по тем потом давали. ПС. Все готовы. Иду запускать. Босс несложный, блять, просто сделать. Как вас просит.
Тяжко будет, готовимся. Поближе стрем. Должны заранее знать, что вас ждет. Убегаем. Метки вниз. Смотрите, если в рейде кто-то заебланил, отбегите от него лучше. С меткой синей. И место друг другу уступайте. Если сверху человек опаздывает, бежит слева близко. Слева далеко. Люблю, что ты спрячься получше. Слева от центра. Чуть ближе к центру сейчас падает. И последняя, четвертая. По центру, можно сказать. Раньше времени не разбейте там. Все, фулл ДПС по глыбам. После дыхания будет притяжка, готовимся, поближе встаем уже заранее. На притяжке готовимся отбегать четко. Стаков много не набирайте, на притяжке вас не захилят. Готовимся, сейчас будет. Отдыхнет притяжка. Отбегаем. Охуенно. Захильте тех, кто остались. Друид инвалид реса синтека. Дайте фридом. Синтек, быстрее вставай. Убав по синтеку после остальных ресней. Так, кто с них меньше дамажит? Притон. Химиса демон, что ли? Два носка. Ладно, рави, треснешь два носка. Да, я очень далеко лежу. А мои. Этот тогда равист Химису ресой. Он возле Синдри лежит под Синдрой. А этот Синтек ресой Притона. Быстрее, быстрее. Равистю, скажите Химису. Все, вставай. Химиса. Где он там, блядь? Бэр был. Ай, блядь. Вставалку юзай. Ставь тотем. Не люблю щиты гимноману. Равист инер по бидону. Тимиса нахуй АФК ушел, блядь. Третья взлетка. Ставим глыбы. Да, его дисконнектнуло, в принципе. А, я вижу, вижу, что вылетел. Что-то криво. Справа падает, слева. Слева падает. Сейчас не гонитесь никуда. Просто за каждой глыбы скидывайте, все, убьем нормально. Хуйню не делайте никакую. Справа падает. 4, 3, 2, 1. Так, это что, последнее? Что-то счету сбился. Да, вроде как четвертое. Готовьтесь разбивать. Сразу будет фаза. Разбивайте, захиливайтесь. Захиливайтесь. Так, история до истерия. Первый склеп в звезду и сразу разбить. Притон. Там кто-то бегает, блядь.
Ну вот, второй склеп бомжа, блядь. Два склепа зергаем, про босса забыли. Быстрее зергаем. И звездет быстрее еще зергаем. Куда сейчас надо будет ставить, будет притяжка. В звезду, Буримай, быстрее. Зергнули, ушли, милики, ушли. В звезду, блядь. Заморозитесь, вайпнемся. Все, притяжка, смотрим. Притяжка, отошли, не разбивать. Отошли назад, милики. Притяжка разобьет, через глыбу вас убьет. Все, подноси притон вперед. Вперед неси, ставь возле этой глыбы. Отошли назад, милики. Отойди, кто там? Эту под... Все, после притяжки уже разобьем его. Фул, фул ДПС по этим двум склепам разбивайте. До меня. Следующую звезду и сразу разбить. Костя, ты куда? Я... Бомжи, блять. Ложимся, заходите под ебало, кто там живой, нахуй. Блин, рофлите, что ли, блядь? Бидон. Не отбежал, блядь. Кто еще там? Ну вот эти троих, когда притянуло, это откинуло, это баг. Ну что вы сдохли. Это вы не виноваты. Ну вот Песа, блядь, Бидон, нахуй, сдох от притяжки. Кто там еще сдыхал у нас? В принципе, никто больше. Химиса, что у тебя там с интернетом что-то или что, или нормально? Зашел? Я с компьютера перегрев вылетает иногда. Ну, когда 25-ки, он, у него есть такой шанс, что он вылетает. Сейчас-то ты зашел? Да. Блин, что за баг? Вот, блядь, периодически такая хуйня происходит. Он просто притянул, ты нихуя. Вот я не успел даже блинк нажать. Да, просто выкидывает нахуй. Я знаю, такое есть хуйню. Это удар хвостом идет. Ну, тут криво немножко. Не знаю, блядь. Из-за текстуры это зависит. Или рейндж увеличенный. Вот удар. Ну, это, мне кажется, от расстояния. Чем больше расстояние, он может тебя вот ебануть хвостом. Там сам по себе хвост, вот если вы замечали, там сзади, где хвост синдры находится, там такой удар по полу происходит и такая пыль типа идет. Вот типа от этого места, сколько там, 25 метров считается, то есть от него прилично достоять. И вот он, этот кружок где-то заходит прям под босса, под красный кружок босса, в заднюю часть. Зато бежать не пришлось. Да, блядь. Зато там люди сдохли, блядь. Цирба стоит. Малефицис где? Злузин. Вставайте. Давайте, блин, Песа, не спи. С синей этой меткой. Так, ну рыбу поели. Бафы проверяйте там. СС, если не давали, давайте сейчас СС. Если не откатились, то потом дадите. 3 БРФ КД падать нельзя вообще ни разу. На чем? Принимайте готовность. Там мы задержались. Локи портал не сбивать. Химиса готов? Где он там? Вылетел снова, написал Диси. Так, давай его пока кикнем, чтобы он не заморозился в глыбу. Рублей не заморозил. Будем запускать. Имейте в виду, там Фемисы нету. Так что получше игра. Так, запустился босс, готовимся. Да похуй на этого демона. Сыграйте, главное. Вот Химиса создал. Не вылетел еще. Притяжка будет скоро, готовьтесь. Готовимся отбегать. 4, 3, 2. Беги, малышка, беги! Здесь ваше вторжение не окончено!
Фридом кто-то с ретриков там лезете как? Ага, все, не спускайтесь. Друг с другом втроем не бегайте, получите тройной дамаг, нахуй. Вот, блядь, два бомжа. Везло, что это. Жирные. Четыре человека. Топа, Зулзин, Эйя, Фихторка, дамаг ловите. Спрятаться не судьба. Зулзин, блядь, как дела? Встань, как люди стоят. Слева от центра падает. Это третья глыба, если что. Да, вообще смей глыбу расхуярить. Не люблю щиты. Четвертая, последняя падает. После нее разбиваем склеп. Разбиваем. Скоро будет притяжка, готовимся, поближе стоим. Поближе стоим, стаки скидываем, не стакаем. Так, подбегаем. СС от КДшн, если у вас там или КДш. Давайте фридом. Готовимся метки. Не обязательно на лестницу бежать. Я свой кинул на Равуста. Ага, хорошо. Спускайтесь вниз. Втроем, вчетвером не бегайте, блядь. По одному только вставайте. 15 метров. И Вилаш выкинул. Ёбаный рот, нахуй. Попробуем, хуй знает. Так. Малефицист, шаришь щит одеть? Да, давай попробуем, меня может тут. Может, проще попробовать зергануть ее? Не, мы не зерганем. Там надо будет скидывать стаки танку по-любому. Лаша живой, шевелится вроде. Он сказал, выкинул его. Ну, вроде он тут, все нормально. Ты тут, Эвилаш? А. А кто сказал, что его выкинуло, блин? А он на месте бежал, на него это кинул. Ай, вы, притяжка, отбегайте. Показалось, что кто-то сдох. Он не зыбку. Ну я не знаю, успеете, нет, до взлетки 10 секунд, 2%, ну пробуйте, хуярьте изо всех сил. До взлетки 3, 4, 1, все, перевели нормально. Первую в звезду и сразу разбить, за ней все без исключения скидывают стаки. Звезду и стоим ровно в кружке, и сразу разбиваем. Кто там сдох? Умер он. Да ёбаный в рот, нахуй. Ответный удар, я понял, нахуй. ГЦ, блядь. Следующую в звезду и будет притяжка. Прием. На эту метку дать щиты, зубы, нахуй. Всю хуйню прохил, блядь. Щит маны нажми. Притяжка. Ровно стоим. Нет, ну притяжка сейчас будет. Стойте в кружке. Не бейте. После притяжки уже разобьете. И пойдешь поменяешь. Разбивание. Милики ушли, там звезду челик метку ставит. Милики ушли. Все, идем. И сразу разбиваем. Сразу его разбиваем. Две склепа быстро бьем. Захиливаем. И второй склеп быстро зергаем. Следующий звезду. Через секунду склеп полетит. Уже быстрее зергайте. Иду менять. Эновен. И сразу его разбить, это хил. Прям быстро его разбить. Похуй, кто там скинул, кто нет. Сразу разбивайте следующую звезду и тоже сразу разбить.
на стресс-звезду. Великие ушли. Ты подошел, Вилаш? Ты таунт не нажал. Ты просто стоишь. Я ушел. Сразу разбивайте. Следующую звезду и не бить. Будет притяжка. Но мне еще не скинулось. Так, звезду. Захилить на фул. Так, Синтек, Реса и Вилашу. Сейчас попробую отвести босса. Беги, малышка, беги! Отбегайте. Разбиваем. Все, там еще один. Перед меткой. Метки. Все метки разбейте. И Вилашу их и ресните. Вставай, Вилаша. Фул его захил. Я пока живой. Меня не проебите, самое главное. Фул баф по Вилаше. Метку сейчас звезду, я, наверное, сразу его разбиваете. Блять, Войда не проебите только. Все, смени меня. Нажми там, где ты там? Не вижу. Следующую. Отойдите в кружок. Гимн на хп все присты даем. Метка неси под босса. Метка, ну хули метка, ты в рейде стоишь? На хп даем. Не зыбко. Стоим сейчас. Тяжко. И Вилашу хильте. Встаньте вот тут и Вилашу хильте. Вообще по рейду нихуя. Я понял нахуй. Ложимся. Что, совсем хуево, да? Я понял. Вилаш, отлагаешь? Чё, чё за хуйня? Ложимся. Вставай спиной. Беги, малышка, беги. Чё за залупа? А, наверное, что там, трудно захилить или что? Что за хуйня? Он, наверное, тогда был в глыбе. Я был в глыбе, потом вторая метка. Еще одна глыба. А до этого у меня это освобожденка. Остальные хилы, мне кажется, вы немножко не знаете, как играть надо вообще в эту игру. 4 хила остальных. Информирую вас один и последний раз, блядь. Вы... Не просто там существуете для того, чтобы там дать там войны, рост, омоложение, блядь. Танки на синдре хилятся всеми 5 хилами в приоритете. Если сдох танк, вы легли. Если это непонятно, могу еще раз повторить. Не люблю щиты. Геншин. Бидон, блядь. Друид. Вырубай спека себе в хэпала. Пизду вас, блядь. Так. Геншин, раз ДЦшник, почилишь тут. И пусть тотем будет. Ставлю рыбу. История, иди сюда, рыбу ешь. Я белокулся. Химиса там зашел, нет? А, он там что-то пишет, остудит. Пока нажимайте, да, сейчас он доест, я буду запускать. БР у нас есть только у друида. У кого из локов есть СС? Так, притон дай по друид инвалиду. Иду запускать. Не проебите танков. На второй фазе, когда он меняется, четко это отслеживайте. Не только 2 хпала, и остальные хилы тоже. Танки должны быть на фул хп. Тяжело. У хпалов есть этот херня. И можно через глыбу хилить. Не надо выходить за глыбу. Да. Частица называется. В этом весь прикол. Ну, в этом весь прикол. Но когда хэпал был в глыбе, остальные 4 хила положили хуй. Или рейд просел, не знаю. Потому что стал скидывать стай. Притяжка, блин, готовьтесь. Ну, стаки вы скидываете, остальные хилы
тоже могут хилить из-за этой глыбы танка. Не знаю, я не вижу танка из-за глыбы. Так, глыба она прямая. Друид и инвалид резцы вырубаем. Глыбы ставим вниз. Сейчас глыба кинется, вставай. Друид инвалид по нему инвалид. Справа близко. Ты, блядь, слепой, вырубай, блядь. Я хуею, блядь. Слева, слева. Что-то вы как-то, я хуй знает, расслабились, что-то вообще, блин. Своими. Неужели нельзя собраться с первого трая эту хуету убить? Поднапрячься разок на 10 минут. Вы выбираете час тут сидеть. Дать вам так надо. Тяжко будет, скоро готовимся после дыхания. Да я понял, блядь. Ну раз ты не... сначала встань за глыбу, а потом уже думай, что там делать на хипале. ДЦ сдох нахуй. 4 хила осталось. Ложимся, падаем, я не буду это бить. Заново. Может есть там кто-то 25-й? Кто в рейд хочет. Или химист. Призан вроде. Где там призан? Давай призана возьмем. Он пришел. Блять, не вижу, где он. Он не в онлайне. Как бомжи дохнут они. Кто там? Геншин. А чего он там сдох? Ну-ка. Обжигающий холод. ГЦ. Сука, еще в этой склепе сидишь как бомж, блядь. Заходите в инст. А, ну он же сказал, ему в 10 надо идти, его уже, наверное, нету. Вырубай тогда обратно в этого. В ретрика, в Бичевского. Только смотри, не сдохни, Акисов, хила, в 6-го. Почилишь на хиле. Ставлю рыбу. Подходите сюда, быстрее рыба стоит.